Лабрадор-ретриверы известны своей выносливостью и умением работать как на суше, так и в воде. Они имеют густую, водонепроницаемую шерсть и крупные лапы, которые помогают им эффективно плавать и бегать на длинные расстояния. Эти собаки обладают отличным нюхом и могут найти утку, даже если она ушла под воду. Они также обладают высокой выносливостью, что позволяет им работать в течение длительного времени, а также легко переносить холодную воду. Лабрадор-ретриверы также могут использоваться для охоты на другую дичь, такую как кролики, фазаны и другую мелкую дичь. Они также могут помочь в поиске и подаче утренней дичи, такой как голуби и перепелки. В целом, лабрадор-ретривер – это универсальная порода для охоты, которая может быть использована для различных видов дичи и в различных условиях, но они наиболее известны своей работой на водной дичи.